Пушкинском районе Московской области находится государство, которое вы не найдете на карте. Это детский лагерь Ювента. Ювента – богиня юности у древних римлян, которой каждый молодой человек должен был уплатить монету по достижении совершеннолетия. А пока они еще не повзрослели, Ювента платит сама. Каждый год дети сотрудников Российского университета дружбы народов отдыхают в лагере, который является их самым любимым местом. Я очень люблю этот лагерь. Я езжу в этот лагерь с 2005 года, и ни один год я не пропустила. Мне безумно нравится здесь. Меня здесь все любят, и здесь всех люблю я. Тут каждый зарабатывает деньги, учится взрослой жизни. И мне кажется, это очень интересно для детей, потому что все дети в этом возрасте хотят быть взрослее, зарабатывать уже себе. У нас есть магазин, в котором ты можешь купить на те деньги, которые ты сам заработал. Ювента – самостоятельная независимая республика со своим законодательством, символикой, валютой и гражданством. Основана она в 1962 году как детский оздоровительный лагерь. Сейчас в Ювенте 8 городов, два из которых взрослые, состоят из вожатых и администрации. Каждую смену, а это 21 день, проводится более 100 мероприятий, организуемых самими отдыхающими. И, конечно же, как любая республика, Ювента имеет своего президента, выборы которого проводятся каждую смену. Подготовка к выборам идет очень напряженно. Все стараются делать всякие добрые дела для разных городов. Предвыборная кампания, хоть и детская, проводится по всем правилам. Кандидаты и представители партий серьезно настроены на победу. Мы рисуем плакаты, пишем речи для себя, для тех, кто представляет партию, и для, безусловно, кандидатов, которые сегодня баллотируются. В Ювенте каждому ребенку предоставляется уникальная возможность не только проявить себя, раскрыть свои таланты, но и завести верных друзей. Поэтому каждое новое поколение воспитанников с радостью возвращается в лагерь. Кто-то ювентальцем, а кто-то в качестве вожатого или почетного гостя. В нашем лагере гостям все двери открыты. Александра Тузова, Евгения Городилова, Фадя Мрайш, новости ТВ РУДН.